Привет всем, кто смотрит мой канал. Уже не знаю, какой раз снимаю. Хочу снять сегодня посылку, покупки, распаковка. Я уже распаковала, потому что снимаю уже, как повторюсь, уже не знаю, какой раз. И давайте я покажу вам продукты, которые я заказала. Это крем Embryolisse. Для того заказала, чтобы использовать его как базу под мейкап. И девочки писали, что используют его как маску, нанося более толстым слоем. Но я взяла именно для того, чтобы наносить мейкап. Вот сегодня нанесла Буржуа Healthy Mix просто на свой уход. И у меня увлажняющий крем. И он мне подчеркнул вот все морщинки, поэтому... А использую, вы знаете, как базу Bepanthen Plus, да, это вот аптечный крем. И у меня появляются прыщи. Я так понимаю, что он мне, наверное, ну, как бы закупоривает поры, поэтому... А мне это не нравится, появляются такие болючие прыщики. Вот, поэтому вот заказала 75 миллиграмм, а начинается он вот отсюда. Вот это вся дальше пустота, вот так вот. Достаточно питательный, ну, буду пробовать. Не знаю, как будет ложиться, я еще не использовала его. Дальше взяла сос-сыворотку от Alcina, бренд Германия, немецкий бренд, специально для точечного нанесения. Здесь салициловая кислота содержится. Alcina – это тот уход, который у меня на данный момент есть за лицом. Вот, поэтому попробую, не знаю, роликовый точечно наносить на прыщи, на воспаление, посмотрим тоже. Вот, дальше, для волос, я всегда в поиске какого-то ухода для волос хорошего, ну, в принципе, как и для лица. Заказала Vella Professional, потому что почитала много хороших отзывов. Это такое масилка, я его уже использовала, и что хочу сказать... Его хорошо использовать, когда вот наносите, да, немножко растираете по волосам, наносите вот и вытягиваете утюжком, или, может, вы там феном вытягиваете волосы, и тогда волосы вот блестящие становятся и более рассыпчатые. Но пока мне нравится, а там увидим. Первое впечатление как бы хорошее. Аромат такой легкий имеет, здесь 30 миллиграмм, но хватит его надолго, потому что, ну, достаточно одной капельки просто, и он так растираешь, наносишь, и волосы, вот видите, они как бы переливаются, и вот, ну, видно, что как бы неплохие волосы, хорошие, вот видите, вот, с тем, что у меня волосы вот здесь вот обесцвеченные, ну, как бы, ну, мне понравилось, посмотрим, что будет дальше. Дальше заказала себе палетку от Makeup Revolution. Вы знаете, что мне этот бренд нравится, что я покупала два продукта всего лишь от этого бренда и была в полном восторге. Это палетка для контурирования, пудра сама для контурирования и хайлайтер Renaissance. И палетка теней, таких в теплых оттенках. Тоже я вам делала обзор на нее, вы знаете, что она мне очень понравилась. И теперь я заказала вот такую вот палетку София или, не знаю, Extra Spice. Вот такая вот палитра. Выглядит она вот так вот, красиво выглядит, но, конечно, вот здесь вот пальчики будут оставаться. Я ее уже как бы сделала, протестировала на руке. Но это все как бы не кистью, пальчиками, вот, и только одно прикосновение, поэтому я так понимаю, что они могут наслаиваться, и лучше их наносить шиммерные оттенки, либо же пальчиком, либо же на липкую базу, либо же мокрым способом. Тогда они будут проявлять себя очень хорошо, но они и сейчас как бы проявляют себя неплохо с первого нанесения, я так считаю. Поэтому... Вот, видите, ну, свет у меня здесь не профессиональный, вам не видно, как бы прям. И мне нравится то, что они не плоские оттенки, они многогранные. И вот эти вот матовые оттенки,
они тоже очень пигментированы. Давайте другой рукой я их нанесу как-то. Вот этот возьму. Но более жестче. Посмотрите на этот графитовый оттенок. Это я только прикоснулась. Боже мой. Смотрите. Давайте еще какой-то попробуем. Вот здесь вот есть такой коричневый. Но это одно прикосновение. Давайте попробуем желтый. Ну, не желтый, а вот песочный. То есть, в зависимости от цвета, они тоже имеют разную текстуру. То есть, вот этот вот графитовый, он более такой жестковатый. Вот этот песочный, он более мягкий. Но будем использовать, будем тестировать. Обязательно сделаю обзор, сделаем макияж с этой палеткой. Здесь огромное зеркало. Вот видите, и зеркало на всю. И вот такая вот палитра. Особенно мне понравился вот этот серебристый. И вот серебристый, и вот этот вот оттенок. Он такой какой-то телесно-розово. Ну, то есть, они не плоские, они многогранные. И это, ну, как бы, очень тяжело найти такие бюджетные тени с таким вот качеством. Поэтому я опять-таки в восторге. Мне нравится. Не прекращает меня удивлять этот бренд. Мне, ну, то есть, нравится очень. Вот. Дальше. Давайте так, у меня под рукой ничего нету. Ну, вот этот вообще шикарный оттенок, черный. Он как-то, ну да, он и черный, какой-то графитовый. Ну, то есть, супер. Особенно, если на какую-то подложку его ложить, вообще будет суперски. Так, у меня здесь нету ничего вытереть руки. Ладно. И помадку заказала. От помадки я тоже в огромном шоке. Flam. Это серия Dragon's Dairy Lipstick. Вот такое, видите, с дизайна рептилии. Вот так открывается. Здесь вот сердечко написано. Revolution и сердечко. И смотрите, какая красота. Вы видите? Очень красиво. Гравировка под рептилию, под кожу рептилии. И этот цвет у меня на губах. Это не матовая помада, это кремовая помада, но вот она у меня, видите, она достаточно хорошо держится, она комфортна, она не растекается. Она вот что-то среднее между кремовой и матовой, вот как-то так. Ну, то есть мне нравится цвет, я люблю такие вот кирпичные оттенки. Ну, то есть классная, классная, девочки, кто начинает краситься, или я эти тени, вот, да, и вот теперь помадка мне понравилась, не знаю, все ли помады там хорошие, но вот это вот мне понравилось. Палетка для контурирования, вот эти две палетки для теней, для глаз, помада, то есть, ну, у них качество не хуже каких-то там более дорогих палеток, поэтому могу советовать даже не только для себя, да, но и для визажистов. Вот как бы так. Я сама визажист, поэтому вот палетки Sleek, не знаю, как сейчас, вот у меня есть две палетки, которые я покупала давно, у них качество классное, пигментация теней отличная, и не вижу смысла там покупать что-то там, что-то заоблачное, да, которое как бы... И вот Makeup Revolution ничем не уступает, более дорогим. Я не покупаю дорогие прям палетки. Самая дорогая палетка у меня это Заива. И я как бы, если сравнивать качество Заива и даже вот эту вот палетку, да, хотя Заива это не самый дорогой бренд, то вот я бы отдала предпочтение Makeup Revolution. Так что вот смотрите сами. Тестировала я Too Faced. Тестировала я много палеток. В Sephora я даже не буду называть, потому что какие есть там палетки, такие я и тестировала. И хочу сказать, по качеству вот эти вот палетки от Makeup Revolution ничем не уступают. Вот и все, как бы, не знаю. Напишите, какого мнения вы. Вот, я осталась довольна всеми продуктами.
опять-таки повторюсь, вот посмотрим вот эти два продукта, эмбриолиз и вот этот сос-стик, это мы еще как бы в процессе будем смотреть, а все остальное, вот палетка, помадка и масло для волос мне понравилось очень. И в подарок мне пришел вот такой вот аромат, Пакарабан Миллион, это мужской спрей, я его нанесла, он очень концентрированный, но очень приятный, кстати. Женская версия мне не очень зашла, а вот этот вот приятный аромат. Вот, на этом все. Напишите мне, что покупаете вы, какие бренды вы любите, что вам нравится, что делитесь, делитесь информацией, делитесь своими находками, может, что-то я от вас возьму, что-то вы от меня возьмете. Поэтому давайте общаться, давайте делиться. И подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, либо же пальчики вниз, если что-то вас не устраивает, потому что конструктивная критика, она полезна. Буду рада любым вашим комментариям и до новых встреч, увидимся, пока. И ждите видео с вот этой вот палеткой, с макияжем, с палеточкой. До новых встреч, увидимся, пока.